Так, вот уже она начала немножечко впитываться, вода. Уже начала немножко смягчать. Я думаю, уже прошло достаточно времени. Вот. И можно потихонечку прямо по мокрому, вот так вот и зачищать. Значит, берем брусочек вместе с наждачной бумагой и начинаем потихонечку зачищать. Вот, видите, белое. Это значит, грунт уже пошел на расчистку. Видите, оно все больше и больше забивается поры наждачной бумаги. Это значит, грунт уже мягкий. И видите, он уже превращается просто в такую кашицу. Значит, он уже пошел. И если посмотреть вот так вот на просвет, то видно, что текстура и поверхность, она становится все более гладкой, все более мягкой. Эти все неровности можно точно так же счистить наждачной бумагой, продолжая зачищать, несмотря на то, что оно такая... Поверхность такая жидкая, кашица такая. Все это можно продолжать счищать до того состояния, которое нам нужно. Вот. Если мы чувствуем, что здесь уже эта поверхность наждачной бумаги, она уже забита, можно повернуть на следующую, больше на чистую, ровную поверхность, и продолжить точно так же зачищать. Это делается быстро, легко, спокойно. Вот, мы видим, поверхность стала более ровная, гладкая. Зачистили со всех сторон. Вот, она стала гладенькая, чистенькая. И все. Если даже где-то чуть-чуть просматриваются какие-то рельефные части, это можно использовать в живописи в виде живописных эффектов, потому что когда краска углубляется,